Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно вовремя узнать долг за свет. Ни один человек не застрахован от форс-мажоров. В один момент можно не успеть оплатить коммунальные услуги из-за нехватки денег. Если задолженность не погашается несколько месяцев, из управляющей компании направляют электриков, которые отключают электричество и пломбируют счетчик. Быстро узнать свой долг за свет, чтобы тут же его оплатить и не допустить отключения, можно несколькими способами. Подробнее, как узнать долг за свет по адресу через интернет и какие действия следует предпринимать подробнее в полном обзоре на нашем сайте.